нахожусь? Я нахожусь в Самаре, клуб «Звезда», второй год подряд, техносфера. Сумасшедший мультиформатный рейв-фестиваль. Это фри-рейв. Те, кто следили за всеми условиями, попали сюда бесплатно. На самом деле здесь полный солдаут. Мы вам все покажем. Главный хедлайнер Виктор Строганов и Кирилл Профит совсем скоро уже выйдут разрывать народ. Народу будет примерно 1000 человек, и вон они уже там не пройти. Когда Металлика заканчивает свое выступление, заканчивала. Там барабанщика просто за руки вот так приподнимали, за обе руки, и волоком со сцены вытаскивали, потому что у человека просто не было сил. Но вся энергия, которая у меня была, я стараюсь на танцпол выплеснуть. Сегодня я получил невероятнейшие впечатления, эмоции от танцпола, именно танцпола. Какая там творилась энергетика, как люди танцевали. Если честно, я давно такого не видел. Очень круто. Ребята, девчонки, вам огромное спасибо за то, что вы устроили на танцполе, за то, что вы прям рубились, бесились, прям вот как в последний раз. Это было круто. Спасибо. Это было очень эмоционально, это было сплоченно, это было так круто. Я, честно говоря, не ожидал, что будет настолько тепло и душевно. Самара, большое спасибо, наши нежданчики. Вы действительно ждали этого, я это видел. Спасибо вам за эти эмоции. В любом случае. Через год вместе с Володей вы нас просто еще раз порадуете. Очень надеюсь. Друзья, это Хардкор ТВ, я Юра Гац, рядом со мной настоящий Хардкор Самара Максим. Не первые уже годы делающий здесь хардкор. Техносфера 2022 года практически закончилась. Рядом со мной Владимир, человек, который сделал это реальностью. Володь, оно произошло. Народу, рассказывай, как тебе? Да, ребят, на самом деле было очень много людей. Было громко, было весело. Все артисты выступили на все 100. Особенно всем запомнилась битва хардкор против Хранбейса, Строганов, Профит.
сумасшедшие. Да, вообще просто сумасшедшие. Также все остальные техно, диджей-ним, драм-н-бейс, там разлом. Ну, все ребята выступили просто бесподобно. Я считаю, что это очень важно, потому что мы всегда делаем в Москве в основном, да, на Алисах наших. А вот такое региональное мероприятие, оно не часто. И из-за этого те люди, которые идут, те рейверы, они с большей отдачей. И это очень здорово. Мы рады, я рад туда вернуться. В том году нас было немало, но в этом-то больше. И люди хотят ехать. Музыки, которую ты поддерживаешь, да. Огромный респект за ломанные ритмы. Хардкор, хардстайл.